сегодня я решила к вам выйти в прямой эфир в такой нестандартной обстановке и продолжить с вами диалоги. То есть на предыдущем прямом эфире мы с вами поняли, почему и зачем нам нужно проходить именно бесплатные консультации. Сегодня я хочу проговорить, постараюсь не занимать много вашего времени, проговорить, что же дальше будет после того, как вы прошли бесплатную консультацию. То есть после того, как вы прошли бесплатную консультацию, мы с вами, согласно вашей ситуации, согласно вашей компании, в которой вы находитесь на тот момент, да, в точке А, мы с вами определяем ваше желание прийти в точку Б, да, за какой срок, и сколько времени вы готовы выделять для того, чтобы прийти к этому результату. То есть мы с вами распланируем, что нужно для этого делать и какое время вам понадобится для этого. Да? То есть мы четко пойдем по тому плану, который мы с вами проговорим. Сразу же тут же скажу о том, что обучаясь, вы к этому результату придете быстрее. Потому что когда мы обучаемся в команде, то результат заставляет себя ждать. То есть все между собой общаются, и как-то вот это, видимо, энергия какая-то приходит, да, другая, и результат он есть. Поэтому кому нужен результат, кто хочет развиваться, пишите в личку, заполняйте тест зоны роста. С вами встретимся на бесплатной консультации. Неважно, в какой сетевой вы компании или вообще вы хотите там, предположим, развивать бизнес на земле, да, это обучение, оно поможет всем. Оно поможет всем начать продвигаться в соцсетях. Поэтому, у кого есть такая ситуация, у кого есть такой момент, пишите, мы будем с вами встречаться и уже планировать. Давайте, всего доброго, до встречи!